Это верно, но если можно, я на секунду прерву вас. С сознанием сложное дело, мы понимаем, потому что все более или менее серьезные люди, которые занимаются этим, согласятся с тем, что я сейчас скажу, что мы, к сожалению, фактически не знаем, что это такое. Ну, у нас нет определения серьезного, по которому мы могли бы вот такого рода выводить.